Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня у нас с вами видеообзор на вот такую вот игрушку «Яркий трек». Я ее называю «Современная железная дорога». Раньше мы все играли в железную дорогу, теперь мы с вами играем в такой вот трек. Так, у нас мистер Фикс. Мистер Фикс. Как-то вот так это называется. Здесь у нас 600 деталей. Так, опоры моста 12 штук. Пролет моста 6 штук. И 4 штуки перекрестка. Да. И 2 машинки. Конечно, 2 машинки, мне кажется, маловато. Все-таки могли бы положить еще 2. Все-таки 600. Это довольно должна быть получиться большая такая, даже не трек, а трасса, наверное. И хотелось бы, чтобы много машинок ездило. Но, скорее всего, я буду докупать. Посмотрим там, что как. Вот. Стоила она где-то 1900 рублей со скидкой. Вот. И сразу хочу сказать, если вы будете ее покупать, берите с собой большой пакет. Потому что тот пакет, который дадут вам в Альбрисе, да, он залазит туда, залазит. Но вот его нести, вот получается, здесь одна, то есть одна часть ручки, и здесь другая. Вот не сомкнешь, неудобно, очень было неудобно. Здесь нету ручки, вот он, видите, полностью. И надеюсь, что производитель тоже посмотрит этот обзор. И что-нибудь в следующий раз уже придумает. Так, давайте его будем открывать. Сейчас я посмотрю, с какой же стороны его открывать нужно. Так, наверное, вот здесь вот. Да, вот тут вот. А, ну тут просто даже отлепляется. Вот. Какой-то клей. Так. Сразу вижу мешочек. О, обалдеть. А когда я его принесла домой, знаете, я еще подумала, 600 штук. Это, наверное, очень много. Ну, может быть, я зря все-таки взяла так много. Думаю, надо было сначала взять поменьше, а потом уже побольше. Ну, ладно. Так, вот так он запакован, просто в обычный такой тоненький пакет, но, кстати, радует, что потом все это обратно сможет поместиться в этот, в эту же коробку. Так. Сами вот эти вот переходнички, которые двигают. Ну, такой, кстати, довольно плотненький. Не совсем, но плотненький. Их у нас здесь 3 штуки получаются, так как они двигаются. Вроде все хорошо. А нет, 4. Да, их вроде бы 4 должно быть. Да? 4? 4, да. Их должно быть 4. А 6 вот таких. Не знаю, что это пока еще. Какие-то... Ой. 3. Да, 6 штук. Какие-то штучки. Все это, конечно, нужно разбираться. Так. Сам мост. Их 12 штук. Должно быть. Кстати, детали... Ну, немножко, конечно, мягенькая. Можно было, конечно, сделать себе и попрочнее. Так, и, конечно же, сами вот эти вот штучки. Так, кстати, инструкция. Инструкции нету. Кстати, есть вот она машинка сама, упакованная отдельно. Батарейки в комплект не входят. Я знаю, что вот у других производителей такие машинки ломаются. Не знаю, надеюсь, что все хорошо будет. Не придется мне тут паять, склеивать, иначе будет просто очень-очень обидно.
Так, давайте попробуем. Да, инструкций там нету, по-моему, насколько я знаю. Попробуем с вами скрепить их. Я даже не знаю, как они крепятся. По-моему, наверное. А, все. А, ну вот. Она просто въезжает в нее, вот в эту штучку. И да, ведь она должна двигаться. Просто въехала в нее. Сейчас возьмем вот тут. Попробуем. Короче, это по деталям вот так вот собирать. Это очень-очень мучительно. Это очень-очень долго. Я знала, что это будет долго, но... Опа! Вот. 600 штук, вы представляете? 600 штук. Лучше бы, честно говоря, сделали бы вот по цветам уже собратые. Потому что это... Это мучение. Но зато, кстати, собрать можно. Все собирают по-разному. Кто-то собирает по цветам, кто-то радужные вот так вот, кто как. Я планирую, наверное, по цветам. Ну, посмотрим, как захочет ребенок. Так, давайте сейчас мы, наверное, с вами соберем немножечко небольшую часть, потому что мне хочется посмотреть, насколько хорошо работают машинки. Ну, короче, стоит приложить усилия, но уже что-то получается. Смотрите, вот она. Уже часть собрала я. Наверное, можно будет и закрутить как-нибудь. Такая довольно интересная. Это интересно. Кстати, да, я не сказала, как вообще сама. Потому что есть, которые светятся в темноте. Мне казалось, что они более мягкие. Что такие будут все-таки получше. Хотя сейчас, мне кажется, они, наверное, даже одинаковые. Честно говоря, мне даже стало интересно, а 600 ли здесь штук? Ну, конечно, считать мы сейчас с вами не будем, потом когда-нибудь я, если будет как-нибудь у меня куча свободного времени, я как-нибудь посчитаю. Даже интересно. Опа. Вот. Так, давайте, наверное, с вами посмотрим сами машинки. Так, здесь небольшая машинка. Она вот встает. Так, если кому-то интересно, здесь получается чуть меньше 5 сантиметров, получается 4 сантиметра и 8 миллиметров, где-то так. Сами смотрите. Если кому-то это будет интересно. Где-то, с этой стороны 5. Подождите, что? Ну, около 5 сантиметров. Да? И сама вот эта вот дорога, потому что покупая машинку, мне кажется, машинки все будут разные. А, ну, сама дорога, кстати, 5,5. То есть не больше 5,5 сантиметров в ширину. Так. Здесь кнопка включения. Она, конечно, полностью такая прозрачная. Так, вот она, еще одна машинка, уже синяя. Джип. Так, тут что? А, получается, два джипа. Странно. Там вроде как нарисовано у нас нет джип порой, я так поняла. Вот, смотрите. То есть первая джип, а вторая похожа на такую полулегковую какую-то. Немножко есть разница. То здесь уже у вас обе одинаковые. Это тоже откроем. Тоже запакованная.
сейчас им вставим батарейки. Здесь они у нас получаются. Нужно развинтить. Что там у нас? Плюс. Плюс. Не поняла. Так, работает. Слава Богу. Кстати, можно особо даже не заворачивать болтик. Она защелкивается и все. Тем более, я думаю, что батареек здесь хватает ненадолго. Если вот так они начнут ездить друг за дружкой. Так, одна. Здесь вторая. Сейчас и вторую тоже заодно вставим батарейку. Тоже. Так, давайте посмотрим саму машинку. Я включила. Она так крутится, переливается, горит. Ой-ой-ой. Ах, чуть не убежала. Вроде как едет быстро. Не знаю, все это, конечно, еще потом будет видно, как они работают. Тут тоже вся крутится. Ай, тоже чуть не убежала. Несмотря на то, кстати, что батарейки уже севшие. Они уже севшие, старые, но вы видели, что она поехала очень быстро. Мне кажется, наверное, поедет довольно быстро, поедет и по самому треку. Трек мы соберем потом. И я вам еще покажу, какой он будет уже в собранном виде. То есть это вы сейчас мы соберем и попозже его чуть-чуть, через секундочку буквально увидите, какой он. Вот. Надо время, чтобы вот это все собрать. И посмотрите, какой же он большой, какие здесь, чего, как. Так, болтик не потерять. Так, здесь у нас еще, кстати, мосты какие-то есть, но они... Ну, такие, кстати, довольно плотненькие. Могли бы сделать поплотнее. Но, я думаю, довольно плотные. Думаю, что будет держаться все хорошо. Так, мы пойдем собирать. А вы оставайтесь. Будете потом наблюдать, смотреть, как это все красиво выглядит. Как машинки будут ездить. Так, вот так мы расположили дорогу. Мост. Тут еще у нас два моста есть. А мосты очень плохо держатся, мы их закрепили такими вот резиночками. Так, машинка у нас красная, она быстрее всего едет. Ей я купила аккумулятор на батарейке. Космос, по-моему, называется. 8. Батарейка не садится, но они ездят и быстрее. 10. И также вот другая батарейка, это другая машинка.
У них батарейки уже разряжены, поэтому они едут уже 2 недели. И дополнительно я покупала 3 машинки вот таких вот, такого вот бренда. Они встали, поехали, все хорошо, ездят. Мне очень понравились они. Покупала в Альбрисе. Я покупала синие. Синие были дешевле. Еще у них вот такие вот бывают. Не знаю, как они. Вот, ссылочка останется в описании на них. Там по одной батарейке. Как раз она очень-очень сильно понравилась ребенку, особенно мне, взрослому, очень-очень понравилась. Поэтому подписывайтесь на наш канал, смотрите другие ролики, обзоры. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.